Министерстве экономики и также в Министерстве иностранных дел мы подняли вопрос, обсуждали тему. 14 июля, вы, наверное, следили за этими событиями, был подписан договор между Республикой Турция и Республикой Молдова о свободной торговле. Значит, там обозначены квоты для Молдавской Республики, и по отраслям определенные виды продукции смогут в Республике Молдова продавать в Турецкую Республику и взаимно продовольственную продукцию. Мы обозначили тоже, что необходимо будет для Гагаузии тоже обозначить свои квоты, чтобы мы могли свободно тоже продавать свою продукцию продовольственную в Республику Турция.